обковыряла. Они же это умные такие, сранцы эти. Дрессированные. Иди, да не бойся ты. Никто не отберет. Да, ну. Тебе не дал, да. Вы что, не кормили сегодня, да? Не, еще. Только убрали. Ну, он сейчас поубирает сначала всех, потом кормить будет. У вас сегодня не посещение день, да? Угу. А, мы приехали, ну, мы с Волгограда. Мы... Так это, вы ж звоните. Может, мы знаем. Да сейчас я тебе там. Так, скажи, как сейчас? Сейчас немедленно скажи надо. Он их специально перекрыл перегонку, чтобы поесть им дать. Разносить будет. Наташ, ну а скажите, а зимой пшеницу едят они, вот эту зеленую? Да они все едят. Да? Траву они вообще любят. Мы овес пророщенный им в прошлый раз дали, так они... Ну вот я вижу таким... овес пророщенный. Думаю, может пшеницу им вот так вот тоже можно привозить. Ну так можно, а чё ж нет-то? Овес у них вообще как... Здрасте. У нас нет овса. Ну, да. Я знаю, кое вот сеют специально. Так, да, да, да. Они этим вот этим пашетным овсом. Да я знаю. Сеют. Да не торопись, Маш, никто не отберет. Это у тебя этот бранч. Бранч. Это что такое? А это обед, переходящий в ужин, или ланч, или завтрак, переходящий в ужин, что-то такое.